Вчера в рамках новой волны приватизации в частные руки будет передана авиакомпания «Евроазия Эйр». Компания, одной из непрофильных дочерних подразделений «Казмунайгаза», имеет в своем парке вертолеты. Основная сфера деятельности – патрулирование нефти и газопроводов, доставка людей на морское месторождение «Кашаган». В зимнее время в день авиаторы перевозят до 700 вахтовиков. Вертолеты также используют для экстренной эвакуации пострадавших, выявления браконьеров, подсчета перелетных птиц и популяции тюленей. Приватизация авиакомпании преследует несколько целей. «Казмунайгаз», продавая успешные предприятия, избавляется от непрофильного актива. Госказна получает дополнительные средства, а компания, переданная в частные руки, новый импульс для дальнейшего развития.